Советская школа бокса. Она столь же авторитетна, как и школа советской гимнастики, борьбы, фехтования. Наших боксеров отличают высокое мастерство, отвага, сила удара. Число их побед на международном ринге растет из года в год. И сегодня старший тренер команды Артем Лавров готовит своих питомцев к грядущим поединкам. Среди них чемпион Европы, чемпион мира, тяжеловес Александр Ягубкин. Тяжеловес, а стремителен и подвижен, как, пожалуй, самые легкие боксеры. В чем секрет этой легкости? Не в том ли, что тренировочный бой у Александра длится куда дольше обычных трех раундов? Что на тренировке он выходит не в майке, а в куртке? Лишние килограммы не нужны и тяжеловесу. Донецк. Многое связано у Александра с родным городом. Эти кадры снимались, когда Ягубкин, только что вернувшись из Таиланда, уже собирался на соревнования во Францию. Кочевая у спортсменов жизнь. Но тем приятнее встречи. И для этих донецких мальчишек приход Ягубкина праздник. Они, мальчишки, знают, чемпион начинал здесь же, так же, как и они. Гурманство у боксеров не в почете, но как приятно иногда посидеть у костра и забыть, что ждут тебя тяжелые поединки, что звание чемпиона ко многому обязывает. Вот почему так коротки праздники и так длинны тренировки. Тренировки до седьмого пота, в прямом смысле этого слова.